Безопасность превыше всего. На объектах строительства столичного метрополитена идут масштабные проверки соблюдения рабочими правил техники безопасности. Накануне комиссия Московского департамента строительства проинспектировала очередную стройку. Станция метро «Ходынское поле» третьего пересадочного контура строится так называемым открытым способом, что требует большого количества персонала. В работах одновременно задействовано около 1000 человек. Обеспечить их безопасность – задача не из легких, но, похоже, представители департамента остались проверкой довольны. За весь период строительства там произошел всего лишь один несчастный случай. Этому вопросу мы уделяем большое внимание. И задача руководителя города, мэра Сергея Семеновича Собянина, поставлена задача минимизировать травматизм на всех строительных площадках города Москвы, в том числе и на объектах метрополитена. Всего за прошедшие 8 месяцев столичные власти провели почти 140 проверок на строительных площадках метрополитена. Нарушений, по словам представителей комиссии, немало. В основном это отсутствие у рабочих индивидуальных средств защиты. К подрядчикам, персонал которых игнорирует требования техники безопасности, применяются довольно жесткие санкции – от крупных штрафов до расторжения контракта.